Привет, друзья! Вы на канале «Кухня без фанатизма». Хочу вам показать сегодняшний наш завтрак. Значит, у мужа каша овсяная на молоке и 10 грамм сливочного масла. Овсяная на молоке, молоко пополам с водой. 1:3. Одну часть овсянки, 3 части жидкости. То есть половина воды, половина молока. Мой завтрак. У меня салат очень вкусный из капусты с рыбы, необыкновенный. Видео будет сегодня после обеда. Значит, видите, неполная чашечка у меня, 200 грамм салата и плюс 40 грамм темного хлеба у меня на завтрак. И по чашечке кофе. Кофе, естественно, без сахара. Вот такой вот завтрак. Больше ничего, только это. Всем пока-пока!